Пьяный дебошир расстрелял на улице иномарку. Как пояснили в пресс-службе управления МВД, из жилого дома по улице Заозерной вышел мужчина с ружьем в руках и выстрелил в багажник проезжающей мимо машины. До этого он несколько раз стрелял в воздух, после чего отправился в сторону автобусной остановки, где находились люди. Стрелка стражи порядка обезвредили и доставили в отдел полиции. К счастью, никто не пострадал. Мячу выписан административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Оружие отправили на баллистическую экспертизу. За что были задержаны сотрудниками полиции? Стрелял. Из чего? С обреза. Обрез откуда у вас? Нашел. Понятно. А зачем стрелял? Перепил.